Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посвятить этому каналу Евгений Булгарин. Это канал ZH07 Сережа Amazing Roleplay. Он решил попробовать себя в Ютубе. На его канал вышло уже первое видео. Советую вам всем посмотреть, поддержите его лайком и подписывайтесь на его канал. Ссылочка будет в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay 7 Сережа. Мой ник здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья. Сегодня мы будем покупать новую машину. Возможно, по превью уже догадались, какую. Но я на самом деле не знаю, она есть в автосалоне или нет. Я помню, что она была в модпаке, как бы, и в автосалоне. Но есть она сейчас, я на самом деле вообще не знаю. Поэтому сейчас мы движемся к автосалону. К автосалону и посмотрим, есть она там или нет. По идее, мне должно денег хватить, потому что эта машина не из дорогих. Ну и по моей сумме денег можете понять, что я буду покупать не Rolls-Royce далеко. Поэтому, ну, можете пока что поставить на паузу видос и подумать, какую машину я купил. Хотя вы на превью по-любому видели, поэтому нету смысла. Ну что ж, давайте найдем эту машину. Так, вот эта прелесть просто. Да, вы будете писать, она медленная и так далее. Но я хочу кое-что с ней сделать. Хочу поставить нитросик и поставить диски, посмотреть, как она будет смотреться. Это будет, знаете, антигелик. На гелик же у меня денег нету, хотя я бы не купил его, если бы даже были. Я лучше бы М5 и 60 купил. Но мы купим эту тачку. Что? 50 тысяч, хоп. Все, я ее купил, теперь нужно доехать до квартиры и забрать это сокровище. Она, по-моему, едет или 80 километров. Ну, короче, медленная машина, но... Все-таки я хочу попробовать эту тачку. Если что, потом продам. Хотя, блин, я ее хотел купить для покатушек с подписчиками. Да, покупать, конечно, УАЗик, как уедет 80 км для покатушек, это сильно. Но, блин, сейчас, если я его затюнингую, как я хочу, то, по идее, должно выйти нормально. Ну, вы сейчас это увидите. Да, сейчас бы покупать машину еще медленнее, какая у тебя основная машина. Это, конечно, да, это только я так могу. Ну, блин, я особо как бы не езжу здесь. Не, конечно, если бы у меня М-ка здесь была, то другое дело. Понятно. Но все же. Так, давайте подписываем кар. ГАЗ-69. ГАЗ-69, это что вообще? ГАЗ. Блин, не знаю, что это за машина, ГАЗ-69. Что-то понятия не имею, как она даже выглядит. Ну, ладно, пошлите, заберем ее. Точнее, мы уже ее забрали. Сейчас садим, проедемся. И будет все замечательно. Так, садимся. Так, открыть нужно обязательно. Кстати, пишите, получать ли мне номера на мои машины. Как бы у меня и Ford без номеров, и вот УАЗик тоже будет без номеров. Не, ну блин. Мне он нравится. Честно говоря, мне он нравится. Интересно, это УАЗик такой же самый, как на ВЧ? Хотя нет, это никакой на ВЧ. Этот вообще не едет просто. Ай, блин, нахер я его купил. Шучу, я хотел бы его еще вчера купить, но у меня денег не было. Это Hunter. Hunter. Будет типа гелик, знаете, пацаны. Ну, внедорожник, надо же. У нас есть, в принципе, машина быстрее этой. Но нам нужен внедорожник, поэтому я решил купить все-таки эту машину. Сейчас посмотрим, как они будут хаманы смотреться. Блин, надеюсь, нормально. Надеюсь, нормально. Я хочу именно хаманы поставить, черные. Насчет цвета не знаю, либо в черную ставить, либо в темно-синий покрасить. Сейчас посмотрим. Не, ну я думаю, уже вид имеет. Но осталось решить цветом. Так, тюн. А, диски мы выбрали. Так, перекрасить. Допустим, 154.0. Не, ну такое себе, конечно. Хотя, блин. А ну давайте перекрасим его в... 25.0. Ну так еще более-менее смотрится, кстати. Ну блин, наверное, самый лучший валик все-таки будет черный. Все-таки черный будет самый лучший вариант. Давайте его пропустим. Нам еще нитро надо поставить.
Так, нитро, азот, 10 тысяч. Все. У меня остается 97 тысяч. Как бы, и мы можем отсюда выезжать. Надеюсь, он сейчас не заедет. Не заедет. Так, во, выезжаем. Все, замечательно просто. Можем ехать дальше. Не знаю, как он по оффроуду на самом деле. Давайте сейчас максималку реально проверим его, потому что я так и не понял, сколько он едет. 82. Ну, блин, я почти угадал, кстати. 82 он едет. Километра просто. Это жесть. Это реально жесть. Не, ну, блин. Хотя бы накипишь еще колхозник. Не, ну, на Хаммонах он такой черненький, неплохо смотрится. Он четырехместный, мне интересно. Давайте я проверю заранее. Четырехместный он или нет? Да, он четырехместный. Замечательно просто. Просто замечательно. Какой у него привод? Давайте еще проверим. Так. Полный привод у него. Хм, прикольно. Так, какой-то мусор. Так, это кто? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, я диспетчер. Так, покажите паспорт. Ми достал паспорт. Паспорт из кармана. Ду передал паспорт человеку в окно. Так, пас 34. Чё он пишет? Какому предложению там предлагал уже? Блин, только, блин, купил, видите, вот тачка бандитская просто. Просто бандитская машина. Сразу к себе привлекает внимание. Выйдите. Зачем? Бля, я понимаете, я на нем не уеду никуда. Какая проверка? Я вам паспорт дал. Что вам еще нужно? Выйдите или мы начнем огонь. До свидания, пацаны. Удачи. Удачи вам, пацаны. Удачи вам, пацаны. Это пизда просто. Так, надо свернуть сюда быстренько. Оп. УАЗик уходит от мусоров просто. На изи. Ух ты, блин. Это капец, конечно. Не, ну мы все-таки, походу, уехали от них. Просто, пацаны, уехал на... Блин, Хантер, вот этот Хантер вообще не едет, а я от них просто удрал на изи. Реально, какие-то ложки просто, мусора попались. Ну, бывает, что, бывает. Ну, они сейчас через бант от меня будут искать, по идее. Ну ладно, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Ну и ждите новых серий. Всем пока-пока.